Всем привет! Сегодня у нас небольшое количество, вот 5 посылок. Все посылки из магазина JD, вот с такими красивыми желтыми наклейками. И давайте посмотрим, что... Итак, больше всего нас сегодня интересует это маечки, бинокль и стекло. Карточку я уже покупал, и поэтому я уверен, что она отличная, все в ней работает, переходника в ней, адаптера нету для нее, то есть microSD. Стоила она очень дешево, и я купил себе запасную. У меня есть одна карточка, она отлично работает, скорости уже выкладывал видео, скорости замерами, поэтому я взял ее, не сомневаясь, что она будет отлично работать. Вот, поэтому мы ее сразу откладываем. Сетевик, это я понемногу уже рассказывал, я уже понемногу сменяю старые свои сетевики на сетевики Xiaomi, они очень практичные, очень удобные, понемножку их покупаю, когда бывают скидки, меняю квартиру. Не было, давайте откроем стекло, посмотрим, как оно тут целое ли вообще, потому что один раз мне с Алиэкспресса пришло раздавленное стекло. А с Gearbest'а, кстати, а что это за рамка? Я заказывал 2 стекла себе на Mi 6. Это еще было в январе, и они так и не пришли. Я написал, они мне вернули деньги, но сейчас попробовал, рискнул еще раз, заказал стекло, и вот оно наконец-таки дошло. Смотрим. Вот такая вот рамочка, я так понимаю, это, наверное, для поклейки стекла, потому что стекло 2,5D, и поэтому его нужно по-особенному, наверное, клеить. И... идет вот такая, это, я так понимаю, здесь салфетка, вот такая карточка, Initialization Auxiliary Tools, в общем, откладываем. Идет инструкция с картинками. Ага, то есть мы ставим рамочку, вначале одеваем на телефон рамочку, а потом ложим стекло и потом придавливаем. То есть, ну, вначале мы как бы обтираем все, вытираем, одеваем рамочку, еще раз вытираем от пыли и мелких частиц. И далее уже по процедуре, то есть по картинкам. Здесь, конечно, описано все на английском языке есть, поэтому мы можем все детально изучить. Ну и давайте посмотрим на само стекло. Ух ты, конечно, круто это все выглядит, вот так выглядит стекло. Конечно, четенько. И вот эта вот штука, которая отлипает, она сделана из жесткого такого пластика. Ну, круто все сделано, такое модное стекло. В общем, я когда приклею, я снимаю сейчас на Mi 6, поэтому когда приклею, я выложу, добавлю фотографию. Стекло не мешает чехлу, все четко, за счет того, что мы пользовались вот этой рамочкой, оно легло ровно и как раз заподлицо чехлу получается. Вот.
все отлично. Единственное, что уже это мои плохие умения. У меня здесь вот осталось немножко воздуха, и я не могу вот придавливать, а он не выходит. То есть, ну и немножко попала пара частичек пылинок туда под стекло. Вот, но это не слишком большая проблема, потому что их заметно слабо. И при включенном экране их вообще не видно. Поэтому вот, и само стекло, оно с какой-то защитой, смотрите, зеркальное. То есть меня видно в отражении стекла. То есть оно какое-то такого бордового цвета. Вот, зеркальное. Ну, прикольно. Стекло могу смело рекомендовать, мне очень понравился набор весь, и все отлично у меня получилось, и все отлично прилепилось. Вот, управляется хорошо, остаются на нем отпечатки, меньше остаются, чем на экране телефона, не так сильно. Вот, но я покупал ради защиты, чтобы вдруг упадет экраном вниз, чтобы немножко можно было сберечь смартфон. Вот. Ну или там в кармане обключи, чтобы не поцарапалось. Далее давайте посмотрим на наш бинокль. Вот так вот, такой вот маленький, в таком мешочке мягеньком, прикольном. Вот он маленький такой, но тяжеленький. То есть, ну, увесистый, не пушинка, я бы сказал. Ну, тут на пакетике какая-то информация. Вот, откладываем, она нам не нужна. И давайте посмотрим, как он выглядит. Вот так вот он раскрывается. И у меня в детстве был бинокль, но я был тогда еще совсем маленький. И мне всегда интересно было, и я не помню, то есть это чей-то был бинокль, не моего личного пользования, и я всегда хотел бинокль и решил заказать. Там было несколько разных, и я выбрал самую дешевую модель, потому что мне особо как бы нечего разглядывать, я там на охоту не хожу, просто так чем-нибудь, что-нибудь вдалеке, допустим, в машине положить и где-нибудь на природе понаблюдать за птичками, вот для этих целей взять. Прикольно он выглядит, вот здесь какие-то вмятины, то есть обшивка вот этих фонарей, обшивка фонаря, вот эти вмятины образовались из-за этой нитки, она мягкая, и я не знаю, передаст камера или нет. Сейчас, когда я нажимаю ногтем, остаются отпечатки, то есть она покрыта чем-то, ну такие вмятинки, они потом исчезают, но она покрыта чем-то. И давайте посмотрим, как она раскручивается. То есть, получается, вот так раскрутили, и внутри, видать, настраивается. И получается, вот это вот вперед, а вот это вот сторона, которую мы прикладываем к глазам. И вот тоже настраивается отдельно. Но правая, то есть, ну, настройка только на одном, на втором нету. Удобно, что можно настроить как под глаза, под взгляд. Ух ты, классно видно, четко, как будто вот рукой подать. Вот эта вот штука, которую кручу, она настраивает резкость. То есть можно поднастроить, и, ну, я не знаю, может, не резкость, а что-то. А ну вот это вот, или какую тут крутить, ага, вот это вот. Вот это вот тоже настраивает резкость, вот эта вот штучка. Мне как бы она выкручена в ноль. Это расстояние где-то 3 метров. У меня не особо получилось снять видео как бы с камерой, ну, то есть приближать, отдалять неудобно очень. И поэтому, ну, я постараюсь как бы выложить то, что получилось, те кадры, которые получились лучше всего, ну, по моему мнению. Но они очень неважны. Вот. А вот это вот уже регулируется расстояние, то есть регулируется очень хорошо. То есть ты можешь смотреть через бинокль и очень близко, и очень далеко, отдаляя, то есть поднастраивая этой штукой. Довольно-таки неплохо видно, очень такой
неплохой. Я не знаю, как проверить, допустим, дальность, на которую он смотрит. Но вот получается метров, наверное, 300-400 у крышу дома я как бы смог посмотреть. Довольно-таки там трубы, все это четко видно было, различимо. Вот, ну, здесь заявлено 131 метр, 1000 метров, то есть до 1 километра. Мне очень нравится то, что он компактный, то есть ты его можешь куда-нибудь положить. Или в мешочек в этот и таскать с собой. Прикольно для туризма, если вы турист, куда-то едете, хотите детально рассмотреть там замок, допустим, какой-то, куда вас не пускают, издалека посмотреть, как он выглядит, рассмотреть детали, очень прикольно. В таком вот мешочке, мешочек затягивается, я им с удовольствием буду пользоваться. Здесь у нас в коробке еще идет инструкция, я даже не сразу заметил. Инструкция, гарантийный талон и бумажечка для очистки, протирки линз. Вот такая вот идет, можно ее сразу в мешочек закинуть. И мы это и сделаем сразу. И пользоваться. Вот. Откладываем. И, наконец-таки, последняя наша долгожданная, это майки. Майки, китайские майки. Так, это у нас здесь наклейка какая-то. Они заклеили, чтобы на таможне, наверное, не примеряли. Немножко порвал пакет, но это ничего страшного. Так, мы же не ради пакета покупали. Вот здесь какая-то вот инструкция. И смотрим, несколько маек, вот, так они выглядят, черная майка, видно, на ней остаются такие ворсинки, много ворсинок, и белая, то есть имеем три маечки, с черной, видите, сразу нитки торчат, но обычные, ничего примечательного, Ю Жаолин, ты, короче, Шаолинь, вот. Ну и давайте попробуем черную с ниточкой и открыть, посмотреть. Ткань неплохая, вот единственное, что действительно тут торчат нитки, швы такие, ну немного неровные, вот. Вот здесь нитка торчит, откуда она, прям из логотипа, видите. Ну, в общем, нитки пообрезать нужно будет. Вот торчит такая фигня. Яолинь 180-105XXL. 100% что-то там. Ну, и давайте померяю и выложу фотографию. Решил не фотографию, а видео, как оно выглядит. Довольно-таки, кстати, неплохо оно выглядит. Длинная покрывает вот... Вот такая вот она по длине. XXL у меня рост 172 сантиметра. В груди, по-моему, около 100. И в талии тоже около 100. То есть я довольно-таки толстый. И сейчас бегаю. Планирую похудеть. Но и так она выглядит отлично. На меня я угадал с размером XXL. То есть вот эти майки для меня XXL подходят. Подойдут выше людям. То есть немножко выше. Я думаю, сантиметров, наверное, она сантиметров тут 15, ну, я думаю, до 180 роста она подойдет. Но вот по талии толще она как бы тянется, но я не думаю, что если толще человек, она подойдет. Хотя тут она отлично тянется. Сверху вот так выглядит. В общем, мне нравится. Несмотря на то, что в черной майке, а здесь, видите, немножко другой шов. И здесь вот в этих маек не торчат ничего нитки, то есть черная получается немножко не удалась. Но несмотря на то, что у черной майки торчат нитки, майка мне очень понравилась. Понравилось, как она сидит на мне. Вот, и она как бы, да, выделяет очертания мои, что позволит мне легче следить за своим, за своей фигурой, да, вот, и усерднее тренироваться для того, чтобы быстрее похудеть. Вот, на этом у меня все, ставьте лайк, подписывайтесь, до новых встреч и удачных покупок!